Чебоксарах закрыли 4 подпольных игровых салона. Задержать злоумышленников удалось в ходе совместной спецоперации Следственного комитета и ФСБ. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 6 лет лишения свободы. В ходе первоначальных следственных действий проведено более 10 обысков, в ходе которых изъято более 50 игровых автоматов, один покерный стол, а также иные предметы, использовавшиеся подозреваемыми. Как полагает следствие, указанное преступление подозреваемые совершили в составе организованной преступной группы. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.